Созданная решением собрания депутатов в 2015 году, Общественная палата города Хасавюрт проводит работу совместно со всеми институтами гражданского общества для обеспечения взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. 29 ноября в актовом зале администрации состоялось совещание руководителей, на котором председатель Общественной палаты Хасавюрта Магомедрасул Шаихмагомедов предоставил полную информацию о проделанной работе за 2017 год. 28 января состоялось первое заседание Общественной палаты в 2017 году, где были подведены итоги прошедшего года и озвучен план работы на новый год. Для обсуждения вопроса исполнения положения в городском родительском комитете и его деятельности была проведена встреча с приглашением председателя родительского комитета, преподавателей и общественных деятелей. Те обозначили роль и значимость подобных организаций в соответствии образовательному и воспитательному процессу в школах города. 25 февраля редакция газеты «Дружба» сделала клуб «Искор» для обсуждения эффективных работ и транспортной инфраструктуры, безопасности дорожного движения. Полное удовлетворение спроса населения на качественные услуги, о влиянии состояния городских дорог. В апреле мая общественная палата вместе с администрацией совместно управление образования и коммунальными службами города провели неоднократные субботники по благоустройству и санитарной очистке города в рамках таких акций, как «Вместе мы сделаем наш город лучше, чистый город». По словам председателя, членами палаты были организованы общественные слушания для обсуждения проблем попрошайничества и миграционного контроля с приглашением представителей соответствующих служб. Также проводились встречи со студентами СУЗов и ВУЗов в целях профилактики молодежной среды, радикализма, экстремизма, асоциального поведения и обеспечения занятости молодежи учебой и работой. В свою очередь глава города Зайнуддин Акмазов обратил внимание, что члены общественной палаты должны быть в курсе всех происходящих событий в городе и не оставлять их без внимания. Они должны быть в курсе дела, держать руку на пульсе, настроение в городе, события в городе. Думаю, общественная палата должна быть регулятором, координатором, модератором работы вот этих общественных организаций, которые у нас есть. Совет ветеранов, Совет женщин, другие. Также Магомедрасул Шаихмагомедов отметил, что членами палаты реализуются различные программы, направленные на воспитание подрастающей молодежи в духе патриотизма, проводят акции с посещением ветеранов на дому, рейды по выявлению и пресечению нарушений закона в сфере торговли алкогольной продукцией психотропными веществами. Все мероприятия, проводимые членами общественной палаты, осуществляются на добровольной и безвозмездной основе. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».